В таком объеме вот так, такие изменения, и это очень хорошо. Строительство ФАП, школьной столовой и капитальный ремонт домов – это не полный список изменений в селе Сухарево за 2021 год. Все они произошли при поддержке депутата Государственной Думы Айдара Медшина. Сельчанам он помогает уже много лет, и сейчас им вновь нужно его содействие. Сухаревский клуб не ремонтировали с самого открытия, а это почти 50 лет. У нас там большой, очень большой актовый зал, где проходят сходы граждан, собрания. И когда мы говорим о высоком, что вот у нас будет то-то, то-то, а народ сидит в старом плохом помещении, то это уже наглядно видно. Слова одни, а дело-то другое. Поэтому мы хотели обратиться к Айдару Эвсичу, чтобы он нам помог с финансированием ремонта данного клуба. На ремонт сумма нужна немаленькая, минимум 34 миллиона рублей. Найти источник финансирования депутат Госдумы предлагает через программы капитального ремонта. Этот вопрос будет обсуждать с Нижнекамским муниципалитетом. Будем нацеливаться на то, чтобы и этот вопрос найти решение. Давайте я с Мулиным посоветуюсь. Здесь я уверен, что двигаться надо в проектно-сметной документации. И будем смотреть, как войти в существующие, или федеральные, или республиканские. От остальных записавшихся на прием отличилась семья Юнусовых. Они пришли не с проблемой, а с благодарностью. Родителям тройняшек нужна была помощь в приобретении жилья. Благодаря содействию Айдара Медшина они смогли попасть в программу «Молодая семья». Когда вот такой результат, вот такие эмоции, это, конечно, вот очень важно. Спасибо вам за эти эмоции, за такую реакцию. Следующий личный прием граждан состоится в июле. Свои вопросы можно отправлять на почту или через сайт. Адреса указаны на ваших экранах. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР.